У него великолепная лирика, и я думаю, что все в зале сейчас со мной согласятся, конечно, лучше самого Гаврилы песни Гаврила никто не поет. Никто не поет. Никто не поет. Как говорилось в одной пьесе, то, что сейчас происходит на сцене, это лишь убогий суррогат чего-то более существенного. Я бы так это сказал. За лирику Гаврика бились здесь прямо просто, ну вот собрали же группу, все же себе какие-то песни выбирали, и за некоторые песни шла прямо борьба, потому что вот, ну, воду все хотели петь, но воду не всем, не могут все подряд пить воду. Вот, более того, песня, которая сейчас прозвучит, вот прямо сейчас прозвучит, даже вот тоже разгорелся спор, потому что говорили, а это действительно Гаврила написал, потому что у Гаврила есть такие песни, которые кажется, что они были всегда и везде, что они как будто бы народные. Но вот эту песню, лично я услышал от Гаврила. Поэтому я говорю, что да Гаврилина эта песня. Но мне кажется, что Гаврилина, Гаврилина. Хорошо, о, хорошо. Мне кажется, это Гаврилина песня. Вот, я погромче стал. Как-то. А до этого момента я не волновался, потому что был ведущий. А сейчас я не просто ведущий. Сейчас-то я поэт, певец практически. Значит, готовы? На шахте на мировозке кудрявый фонарон. В обкатчицу Анюту ужасно был влюблен. Села сирень в поселке, кругом была весна. Анюта в Канагона ужасно влюблена. И каждый день шахтер слова привета чертил любимой небом по углю. Бежит, бежит из шахты вагонетка, на всех бортах написано «люблю». Но раз ночную смену из черного ствола Анюте вагонетка без надписи пришла. Заплакала Анюта, не пишет, милый мой, с ним что-нибудь случилось, я чувствую душой. Я буду долго ждать слова привета, я все смогу, я горе не стерплю. Когда придет и шапки вагонетка, на всех портах написано «люблю». Я буду долго ждать слова привета, я все смогу, я горе не стерплю. Когда придет и шапки вагонетка, на всех портах написано «люблю». Ночная эта смена прошла как страшный сон. И шахты появился усталый Канагон. Прости, что не писал я, я дома мел забыл. Тебя ж за эти слезы я больше полюбил. И каждый день шахтер слова привета чертил любимый мелом по углю. Бежит, бежит из шахты вагонетка, на всех бортах написано «люблю». Спасибо. Олег Алмазов. Олег Алмазов. Сколько раз я говорил, как бы, Олег, вот поется так, пой, не извиняйся. Мы ни разу не репетировали просто с ребятами. Но сыграли, как сыграли. Спасибо. Олег Алмазов. Олег Алмазов. Музыканты. Замечательно. Сейчас в контрапункте. Ну вот, Женя Федоров говорил про Гаврика, если серьезно. Да, Гаврику уже предлагают. Гаврик, у тебя будет выставка через месяц в Нью-Йорке. В этот момент говорит Гаврик, нет, я не художник, я музыкант.
Гаврик, у тебя будет концерт. Тебя ждут. Я не музыкант. Я художник. Ну, в общем, мы вот так вот живем. Сейчас наш местный хулиган Саша Машанов споет еще одну хулиганскую песню. Без объявления, Саша. Выступает Александр Машанов. Песня «Валерик». Послушай, мать свою усталую, Валерий. Отец твой денег нам не шлет уже который год. Не шлет, Валерий. Нам не хватает ни на чипсы, ни на чупа-чупс. Нам больше не услышать Чип энд Дейлс. Наш телевизор выкран мутными гостями. Валерий. Иди воруй, Валерик, иди торгуй шурупами, Валерик. Любой входи и выходи, а все по милости твоей. Замки милиция ломала. 14 лет, а ты уже вовсю дымишь. Лежишь с лиловой девкой на полу, и вам все мало. Умру, квартиру отберут, и ты останешься один, совсем один, больной, ничей, без документов и ключей. Валерий, ты посмотри, стакан единственный разбит. Раз прожжен голодный кот, и лампа не горит. Валерик, труба, Валерик. Курить ушел. А я вот в прошлый раз спрашивала, здесь есть кто-нибудь, кто не знает Гаврика? Есть, конечно. Дебют. Сейчас будет первый, а возможно единственный коллектив городского шансона. Создан давным-давно Славой Шалыгиным, человеком мира, не меньшим символом Петербурга, чем шнур. Ну, для тех, кто понимает. Сейчас на сцене
выступит группа... Не может быть! Группа «Ля минор». Здравствуйте, дорогие друзья! Чудесный вечер! Хочется сказать огромное спасибо Денису Рубину, что он такое придумал, Гавриле Лукнину за творчество и всем, кто пришел сегодня на концерт. А Дима у нас еще тарелки не одел. Вот если говорить о Гавриле, то, например, гитарист наш Алексей записывал его последний альбом.
требовательно била. Я прошу водою отпоить. И собака ест неторопливо. Ведь никто не просит Yeah.
все четыре тела из башок сымают, на Нелькиной шумке ехала, ехала, ехала машина. Ехали, 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 не знали. Ехала, ехала, черные колеса. Ехали, ехали, въехали, попали. Группа «Леонид».